Вы знаете, пластическая хирургия очень многогранная специальность. Да, она, если ну, в обиходе мы как бы считаем, что пластическая хирургия – это именно эстетическая хирургия. То есть это те операции, которые выполняются для устранения возрастных признаков у наших пациентов. Но это всего лишь небольшая часть пластической хирургии. И наша специализация именно охватывает эффективные хирургические методики, в том числе и микрохирургии. И мы, наш коллектив, наша команда выполняет практически все виды пластических операций, которые на сегодняшний день существуют, в том числе и реконструктивные, в том числе и восстановительные, в том числе с использованием микрохирургической аутотрансплантации различных тканевых лоскутов. Мы специалисты широкого профиля и выполняем все виды. То есть это вот микрохирургическая база нам позволила работать и выполнять операции фактически во всех областях, как в травматологии, так и в челюстно-лицевой хирургии, так и в общей хирургии. Но в эстетической хирургии это операции на лице эстетические, все виды операции в области молочных желез, практически все виды, в том числе и восстановление молочных желез после, скажем, онкологических операций. Операция на устранение дефектов контурных, в том числе и у пациентов, имеющих проблемы с лишним весом.